Недавно мне посоветовали поиграть в стратегию с уникальной красочной графикой Норды. Все земли вокруг — это твоя добыча, грабь их и захватывай замки. А чтобы было еще проще победить врагов, мы создали клан для моих подписчиков. А еще здесь каждый день раздают крутые подарки. Ссылка на игру под видео, регистрируйся, прокачайся выше 15 уровня и вступай в клан героя Ютуба. И всем привет, с вами Мистик, Лагерь и где-то там Куба. Куба! Всем привет! В общем-то, мы продолжаем проходить эту карту, и сейчас у нас по плану идет всего лишь напросто легкий PvP-бой, в котором лагерь говнюк. Я вообще застрял. Лагерь, ты знаешь, что PvP должен быть здесь, а не там. А тогда и мне выйти, пожалуйста. Хорошо, выходи. Мил. О, меня вообще выкинули. Кемпель. Мне нечем стрелять. У меня даже столько брони нету, чтобы от него отбиваться. Ты узнаешь это место? Какое? Вот это. Нет. А пора бы узнать. В смысле? На, Мистик, если что, закуси. Пригодится. А, узнал! Мы что, уже дошли, что ли, до этого? Все. Уже все, что ли? Началась карта, называется, слышь. Какого тебе лагерь это? Умирать? А. Ой, мне кажется, я понял, ты походу думал. Ты думаешь, у меня с этим проблемы есть? Как-то так. А может я по своей сторонке буду смотреть? Нет, ты должен ПВП-шиться. По-моему, мы никогда друг друга не убьем. Сколько у тебя ХП? Все. Почему у меня два? Шучу, у меня половина? Какого хрена? Съешьте яблочко молодильное. Поможет. Зачем ты ему это сказал? Я яблочко есть не буду. Ну у тебя брони больше, так что мне можно. А у тебя Куба есть. А что, Куба просто бегает? Так вот, я тут наблюдаю. Видишь, он хоть что-то делает. Упс, у меня стрелы закончились. У меня есть 6 стрел, хочешь дам? Всяк вышел, да. А, Ярик под яблоком, вот оно что. Вот оно почему он не умирает. Я пособирал тут стрелы, попу. Так ты и мало попадаешь по мне, так что что? Что уже из вас умрет? Так я не под яблоком. Когда у тебя закончатся стрелы? Сколько их у тебя? Я не знаю. Серьезно? Сам жду, пока закончится. Так, Мистик, мне все равно свет не нужен, держи. Ой, неужели? Просто дерево сломаешь. Зачем я его одел? Лагерь, нет, не сверни назад. Должен я как-то воспользоваться данной ситуацией. А где ботиночки мои? А, их уже... Я все выкинул. Должен же я как-то воспользоваться ситуацией, ребята. Нет, нет, нет! А зачем тебе вот этот меч, если он ничего не сносит? У тебя же должен быть алмазный меч. Мой алмазный меч, он у того чувака, который сверху. Тебе дать алмазный меч, на. Да. И у нас, яблок. У нас с тобой честное ПВП. Подожди, пожалуйста. Мы до сих пор друг друга не победили. Честно, без ПВП... яблок. Без яблок! Ты под яблоком сидишь, наркоман! Я проклятый. Не под яблоком! Ну ладно. Треклятый наркоман! Под яблоком сидит! Договорились, договорились. И шо? И как долго мы так будем друг друга убивать? Понятия не имею. Раунд. А это не так весело. Раунд. Пошуми. Давайте я ему сверху алмазик буду скидывать. Эй, это мое. О, давайте, короче, посчитаем, кто больше печенек собрал, ребят. Чего? Сколько тебе печенек, скажи мне? А, да-да-да, у меня 27 печенек. Вы можете на одном месте стоять? Я хочу вам сверху наковальник скинуть. Куба, сколько у тебя печенек? У меня 8. О. Там половина так. Моих. У тебя лагерь сколько? Два стойте, стака. Стойте. Два стака? Блин, промахнулся. Ты что делаешь? Он наковальник. Куба хотел нас убить. Убей его. Наковальник. Слышь, а что это мы друг друга-то бьем? Я не знаю, давай его садим. Пожалуйста, тащите. Глянь, начал тут от нас бить, хотел нас убить. А это у него такой план был с самого начала карты. Нет, нет. Догоняю! Пойду в лаву. Нет! Нет! Но это тоже будет считаться за нашу победу. О, спасибо, пацаны. Охренеть, зачем ты его этим мечом пинаешь? Пошли нафиг!
Победа. Теперь нужно делать вот так вот. Мы делаем гемот один. Просто давай сейчас научим Кубу. Он-то как бы Куба, знает. Куба, ты новичок? Вот, новичок? Куба, нет? Как бы нет. Он еще не получал уроки от таких профессионалов взрыва, как ты и я, да? Да. Вот один. Тебе нужно войти в гейммод. Повторяй за нами. Берешь один TNT и один факел. После чего... Самое сложное. Просто заставляешь все нахрен идти. Вообще все, что видишь, короче, все, что движется. Видишь, а что не движется, заставляешь и заставляешь. Забираешь как можно больше TNT, так как чем больше TNT, тем больше лайков. Это уже проверенный результат. Так как нас тут трое. Один раз мы ракеты из TNT ставили, TNT, так они вообще набрали там миллион лайков. Давайте эту библиотеку взорвем. Помнишь, мы, короче, ракеты из TNT рисовали? Как можно больше TNT, давайте. Как можно больше. Мы не признаем маленькое количество TNT. Тут, знаешь, TNT должен мозолить глаза уже. Ты смотришь. Короче, карта нужна на TNT состоять. Сколько его здесь? Так. Ребят, напал! Что? Лагерь! Что ты сделал? Библиотеку взорвал. Слушай, взрыв был настолько сильный, что у меня, по-моему, Майнкрафт залагал. У меня нет. Где? Значит, ты лайков должно быть настолько много, чтобы YouTube залагал. О, прикинь, первое видео, на котором поганулись лайки на ютубчике. А чё, а был же какой-то клип вот недавно, который там за 2 дня набрал 100 миллионов просмотров, из-за которого у всех просмотры нормально не считались. Может, у нас так же будет с лайками такой за 2 дня 100 миллионов лайков. Ещё лайки поганём, ребят, на ютубчак. А чё, нет, давайте. Ребят, соберем миллион лайков, 100 миллионов лайков, выпустим следующую серию. Всё, короче, никогда, ребят, последнее видео, до свидания. Долго писать придётся. Не, это на самом деле. Просто если соберем 100 миллионов лайков когда-нибудь, там лет через 20, это было бы вообще шикарно. Так что да, всем спасибо за просмотр. С вами были Мистик, Лагер и Куба. Мы взорвали тут дохренище всего. Практически всю карту мы взорвали. Лагер тут взрывает остатки этой бедной карты. Я ему в этом помогу. Я алмазиками посыплю. Главное приправить хорошо. Всем удачи, новых встреч. Всем пока. Пока. Миллион лайков. 100 миллионов лайков.